Добрый день! С вами Наташа. Сегодня я хочу поговорить о своей орхидее, которая была на реанимации. Вот такая орхидейка. Зовут ее Черное Бордо Восковик. Была куплена 2 апреля 2017 года, отцвела и попала в реанимацию. Была пересажена после реанимационных действий в банку, в закрытую систему 7 января 2018 года. Вот за это время, посмотрите, она нарастила новые корешки. Вот такие корешки у нее. Вот корешок у нее проснулся. Ой. Вот у нее там корешочки. Посажена она керамзит, мох, кора крупной фракции с добавлением угля и кора средней фракции с добавлением серамиса, и сверху она прикрыта лесным мхом. Вот. Сегодня я увидела, что у нее вот такой корешок вылез. Вот такой симпатичный. И я решила ее пересадить вот в такую вазу, уже побольше. Она и повыше, и пошире. Очень хорошая такая тяжелая ваза довольно-таки. Вот. Сейчас будем смотреть, что у нас там происходит. Так, вон какой хороший корешок. Осторожненько, дружок. Вот такая чудесная сила закрытой системы. Вот такой корешок. Замечательный. Очень симпатичный. Очень неудобно одной рукой разбирать. Ну, а так все у нее. В принципе, у нее все хорошо. Вот. Пока вот так. Сейчас я ее разберу. Мы посмотрим, что у нее внутри с корнями. И будем пересаживать. Ну вот, я достала ее из баночки. И смотрим, что у нее здесь происходит. Ну что? Корешки в хорошем состоянии, шейка у нее сухая. Ничего я отрезать не буду. Вот уголь здесь прилип, кусок большой коры. Все оставлю как есть. Вот такая она хорошая. Я думаю, у нее очень хороший потенциал. Так, приготовила я вот в вазу. Значит, керамзит я поменяла на более крупный. Положила новый сфагнум. Дальше я положила кора крупной фракции. Та же самая, что и была в баночке. Дальше пойдет у нас кора средней фракции. Ну и сверху я прикрою мхом.
Так что вот новый домик для орхидеи. Сейчас я ее буду сажать. Так, посадка закончена. Теперь она выглядит вот так. Вот таким образом. Шейка не закрыта мхом. Здесь я положила камушек, потому что листик длинный, тяжелый, чтобы она не падала, потому что ее немножечко перекашивает. Мох положила свежий сфагнум здесь сверху. Снизу положила, как я уже рассказывала, крупный керамзит, потом сфагнум. Здесь старая кора крупной фракции. Здесь компасана вперемешку со старой корой средней фракции. И с добавлением сирамиса. Вот такая получилась посадка. Вот. Мне нравится очень. Вообще я уже вот второй год наблюдаю свои растения в закрытой системе. И мне этот метод, для моей квартиры он подходит, потому что в моей квартире очень сухо, батареи топят нещадно, в квартире в комнатах плюс 28, открывать, проветривать часто я боюсь, потому что у меня стеллаж стоит около окна, и я боюсь, чтобы их не продуло, растения мои. Ну вот. Вот такой новый домик для орхидеи. Вот. Живи, дорогая, в новом домике и радуй меня. Буду наблюдать. Будем ждать нового листика. Пока ничего нет, но возможно, скоро появится. Тогда я сниму новое видео. Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго.